Всем привет! Меня зовут Лиза, мне 12 лет. По предложению своей подруги я решила снимать видео на свой канал. Сейчас папа пылесосит. Потому что скоро к нам придут гости, поэтому мне нужно себя чуть-чуть привести в порядок. Экран кто-то стучит. Всем привет! И сейчас я в Испании, и мы купили iPhone, который я вам покажу. Как я его буду распаковывать. Так вот выглядит этот iPhone. Это 7 Plus красного цвета на 128 гигабайт. Вот так вот он выглядит. Коробка, точнее, от него вот так вот выглядит. Здесь что-то непонятное написано. Ну, короче, Калифорния. Вот этот телефон был взял в Калифорнии. Тут какое-то непонятная пленка. Даже не могу представить. Я вот так. Вот эта пленка, я не знаю, что это. Что это? Продукт. Очень интересно, да? Это инструкция по своему телефону. На английском, наверное. Да, я думаю, здесь есть на английском. Это будет инструкция. И вот тут. Ко мне пришла подруга, и мы вместе с ней пойдем в бассейн. Я немножко соберусь, смою свои ресницы, чтобы это все в бассейне не расплылось, и поснимаю видео в бассейне. Значит, не судьба, я не поснимаю в бассейне, но я могу поснимать над бассейном. Да. Водичка очень теплая. Очень тепленькая. Я очень русская. Мы забыли взять бумажку, поэтому мы просто испытываем. Если там будет чуть-чуть влажно, то есть мы не поймем, влажно там или нет, потому что... А, нет, ты поймешь, ты не засунула руки в воду. Мы ничего не знаем. Просто проверишь. Рука Маша готова? Всегда готов? Давай. Мы пробуем, но ненадолго. Оставайтесь с нами. Что мы будем делать? Мы не пойдем в душ, мы сразу прыгать. Мы будем жрать. В бассейне? В бассейне. Я повторяю твои слова. Наш бассейн закрывается в 10 часов вечера. Мы хотим попасть на чужую территорию. Звучит криминально, но не для нас. Мы хотим попасть вот на эту территорию, вот на этот бассейн, потому что он всегда открыт, но не знаем как. Здесь вот пройти, вот здесь вот поворотиком, вот тут, будет слишком палевно. Но мы хотим пройти... Где-то там. Вот там, вот по лесенке, сюда, и все, мы в этом бассейне. Но пока мы не пробовали, и это только наши мечты, можно так сказать, или воображение. Идем, мы около бассейна, это очень круто. Вот бассейн. Он небольшой, но сзади него море. Красивые фоточки можно сделать. Приезжайте ко мне, делайте красивые фоточки. Здесь очень классные правила. Смотрите, прыгать рукавыми прыжками нельзя. Но мы прыгаем. Можно мыться, быть с мамой, выкидывать мусор, отдыхать на лежаках. Вот на этой территории, за этим заборчиком. Нельзя здесь ездить на велосипедах, вот за этим заборчиком, все за этим заборчиком. Нельзя слушать музыку, нельзя курить. Нельзя с собаками, нельзя всякие стеклянные предметы. Нельзя матрасы, круги, мячик. Нельзя прыгать вот так вниз головой. Нельзя ролики и нельзя еду. Что мы будем делать? Конечно же, не соответствовать этим правилам. Это все можно. Это можно, но не нужно.
появился телефон в бассейне. Сейчас я пришла домой, помылась, помыла голову и скоро буду ложиться спать.